Всем рыбакам привет! Сегодня мы с моей девушкой вырвались на рыбалку половить с берега. Речка называется, проток называется Барки. Вот. И выделили время на несколько часов, половим. Здесь в основном ловится щука. Она такая светлая здесь, потому что здесь пески, здесь косы. Здесь прикольно, но здесь мяша. Здесь очень много грязи. Вот ходишь по берегу и засасывает. Ладно, погнали рыбачить. Так, значит, такая вот коробочка висит у меня на поясе. Вот так она закрывается. Вот так открывается. И вот мой арсенал. Вот. Значит, будем сегодня пробовать ловить вот на такую китайскую без фирмы. Не знаю, что это за фирма. Просто без названия, но на ощупь приятные. Значит, дальше это фокс, вот это фоксовские, вот это фокс, это тоже фокс. Ну, то есть у меня в основном в арсенале фокс. Вот, ну и блесенки, обычные блесна, желто-белые, желтые. Ну, а вот эта резина, это Lucky John Bassara. Это я не знаю, что за фирма. Это фирма Манс. Ну и вот эту я пока нацепил. Сейчас попробуем ее. Значит, 12 грамм. Крючок очень длинный, большой, но сама голова 12-граммовая. Вот, тоже купил китайскую, без названия. Я попробую на эту. Промахнулась прямо возле берега. Надо же, а? Прям вот-вот-вот уже почти взяла. Ладно, сейчас попробуем выловить. Надеюсь, она дальше не ушла. А я взял одну. Почти взял. Вот она. Небольшая, грамм 800. Да стой ты, стой. О, вот тебе и китайская. За кустик зацепился и хвост оторвался. Печально. Так, эту уберем нафиг. Зачем нам бесхвостый? Вот, поставим вот такую. Есть. Я ж говорю, здесь рыба есть. Что-то поймала? Маленькая? Ну, такую-то отпустим. Вот такая. Ну да, мелкая. Да. Я не снимаю. Понял? Сейчас немножко пройдем поглубже, где здесь такие места,
там мелко, куда вот я кидал, ну хотя ловится. Когда вода уходит, вот когда меньше воды становится, здесь косы чисто песочные. Ну здесь потом неплохо идет клев. Просто надо попасть. Вот когда попадешь, щука прям здесь дурует. Попалась еще одна. Отпускаем, отпускаем. О, еще одна есть. С килограмм где-то. Ну такая. О, еще одна. О. Взяла. Кидал, кидал в одно место, все-таки сидела там в засаде, взяла. Ну, небольшая, вообще мелкая. О, вот такая. Ну, такую мы брать не будем. Было много сходов, и вот такие вот чурята клюют. Беги, беги домой. Куш! О, есть. Ух ты. Есть. Иди сюда. Есть на китайскую резину. Ну вот, поменял. Хорошо. Взяло. Значит, рабочее. Поймала, значит, три щучки. Решил из двух сделать такой вот щука-гриль получится. Вот так вот ее разделал. Ну, обычно ее делают балык по-хантейски вроде называется. То есть вот так рогатулины вставляют и вертят на углях. Ну, мы будем вот так вот на этой решетке. Взяли с собой решетку. Сейчас посолим и попробуем пожарить. Ну вот, господа рыбоходники, мы закончили нашу рыбалку. Сегодня половили немножко щучки, попалось только три штуки. Три штуки отпустили, такие небольшие, маленькие. Ну и пожарили, соответственно, рыбки поели, очень было вкусно. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Давайте до следующей рыбалки, всем не хвоста, ни чешуи. Ну и не забудьте, конечно, там подписаться на канал. Всем пока. Все.